В Приморском крае полицейские оказали помощь соотечественникам из Мариуполя. Семья Малышевых были вынуждены покинуть родной дом и искать убежище на территории России. У гражданки 46-го года рождения отсутствовали документы, необходимые для принятия заявления о приобретении гражданства. Нами в кратчайшие сроки, без возможных проволочек, были приняты у нее документы и принято положительное решение для приобретения данной гражданкой гражданства Российской Федерации. Далее состоялась церемония принесения Натальей, Оксаной и Михаилом присяги. После этого полковник полиции Владимир Чекменев в торжественной обстановке вручил семье Малышевых российские паспорта. Получили сейчас гражданство, паспорта, все очень прекрасно, все хорошо, все очень быстро. Очень рад, что получил гражданство. Теперь можно полноценно, спокойно работать, жить и развиваться дальше. Напомним, в Приморье обустроены пункты временного содержания для граждан Украины, ЛНР и ДНР. Людям предоставили кров и бесплатное питание, помогли оформить документы, устроить детей в школы и детские сады, найти новое место работы. Анна Дьякова, новости на восьмом.